Так это все сейчас выглядит. Это же Майдан. Вот они дошли до Дома профсоюзов. В Доме профсоюзов уже не пресс-центр, почти ничего не осталось. На крышу забрались парни, летают коктейль Молотова оттуда. И вот они дошли уже, Беркут дошел вот до этой баррикады. Туда сейчас кладут гранаты, поливают водометом. Я уже надышался газу, уже оглох два раза. В общем, все здесь довольно серьезно. Говорят, подожгли один БТР, один... Ай, фак! Да, прилетело такие, смотри-ка. Вот это да. Если вы еще что-нибудь слышите, я не слышу. Но вот кладут гранаты прямо сюда. Блин, вот парни пошли.